Сезонной причиной пожару становится и узгорание сухой рослинности. Только в Минской области за минулые сутки сдарилось больше за полсотни подобных выпадков. Обошлось без ахвяр, однако супрацовники МНС постоянно мониторят ситуацию и нагадывают господарам подворка, до чего может привести спальвание смети поблизу жилых домов. Что чекает тех, кто намеренно подпаливает сухую рослинность, расскажет Александр Хоровец. И трактор наняли за счет райбора. Мы за это платим деньги, нанимаем трактор, чтобы убрать чужой мусор. За 5 километров свалка отсюда. Нет, надо сюда возить. Однако, заместо того, как чужое смети вывести на свалку, в Смолявицким районным споживецким товаристве вырешили спалить непотребное никому сухое галлё и листья. Трактор прямо с ковша усыпал сухую рослинность и тем самым поддавал огеньчику. У вынику вогненный слуп поднялся на 3-метровую вышиню. Остудить жар смогли только супрацовники МНС. Это хорошо, сегодня безветренная погода. Вчера, помните, позавчера, какие ветра были? И поверьте мне, вот то, что вы думаете, что здесь сырое, это вам так кажется. Поверьте мне, трава, она все быстро. Под контроль. Замечательно. А, мало ли, искринка куда полетит и загорится. И дом мой, и все аккуратно, что сделано. Все. До чего может привести нават одна искра, Раиса Куница ведает из выпусков новин. Тому от своего невеликого вогнища не отходит ни на хвилину. Зараз, после зимы, прибирая огород. Кажа, совсем худко, на ее подворье будет все зеленеть. Ожигаю малинник, он уже обработал, обрезала его, сухие поудаляла. И вот хоризонтемы по осени срезала их и накрыла, чтобы не повымерзали. Они повысохли, он сухенькие, снесла и 5 минут и сожгла все. Огонь он уничтожает, ясное всем дело, что никого не пожалеет. Под пильным контролем сухое листья спальвает и Евгения Дямитчик. Говорить, попел будет выкористовывать у якости удобрения. Если же мы говорим о гражданах, которые сжигают мусор на частных подворьях, то напоминаем о том, что это делать допускается, однако необходимо соблюдать меры безопасности, прежде всего делать это в безветренную погоду, постоянно контролировать процесс, иметь первичные средства пожаротушения. Это может быть ведро с водой, или же огнетушитель, или же лопата, которая с помощью песка поможет затушить костер. Зрешты, нават коли огонь погас, амаль не видать полымя, покидать вогнище без нагляду небеспечно, так как ветер может с новой силой раздуть огонь, а тогда наступства будут уже больше серьезными. Только за минулые сутки у Минской области зарегистрирована боль за полсотни узгарания у сухой травы. Огонь знищает не только рослинность, але и живые организмы, которые населяют поли. А ратовальники нагадывают, за самовольное подпаливание порушальников чекают штрафы от 245 до 980 рублей. Александр Хоровец и Дмитрий Чумак, агентство «Теленовин».